Сегодняшняя рубрика будет необычной. Мы сегодня с вами рассмотрим тот вариант, когда вам будет скучно, одиноко, дома, вам, с друзьями, с вашей девушкой. Как вы можете разбавить обстановку? И вот такой вот девайс. Итак, как вы поняли, мы сегодня будем рассматривать геймпад Bluetooth для всех возможных устройств, которых есть Bluetooth. Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. Итак, дорогие друзья, эта версия очень интересна. Это Wireless Controller X3. Он предназначен для Android-устройств, ибо на айфонах это, конечно же, не поддерживается, к сожалению. Проста в использовании. Самый обычный контроллер, крестовина, 4 значения, треугольник X, Y и квадратик, Select, Start. Все как обычно, все как на геймпаде. Все кнопочки, все работает, все эти два ползуночка, все вообще отличненько, классно. Что хочется сказать, как это подключается? Все очень просто, нам нужно будет зажать эту кнопочку, и я вам сейчас прекрасно продемонстрирую, как это выглядит на Android устройстве. В первую очередь нам нужно понять, как это все дело работает. Нам нужно перейти в настройки, Bluetooth, включить Bluetooth и сделать сопряжение. И здесь уже у меня геймпад был, но чтобы он появился, мы зажимаем центральную кнопку Home, она у нас замигает. Держите примерно 3 секунды, и у нас будет вот такое вот подключение. То есть появится геймпад. Мы сможем уже работать с приложением. То есть какие функции выполняет кнопка B? У нас отвечает за выход. То есть левый бортик у нас отвечает за переключение нашего Android устройства. А конкретно уже в приложении, допустим, перейдем в игру. Кнопка A у нас подтверждение. Ну, здесь все банально, как мы можем крестовиной здесь выбирать то, что вам нужно. Либо же это будет левым ползунком. Выбираем нашу игру, то есть и посмотрим просто, как она в процессе работает. Все обычно, стандартно, но круто. Ну и конечно же, ребята, это видео не просто обзора какого-нибудь тут wireless контроллера. Я хочу, конечно же, его разыграть. Что для этого нужно? Подписаться или быть подписанным на канал. Оставить один всего любой комментарий с вашим ником в соцсети, где вы закрепите ссылку данного канала. Сделайте небольшое, конечно же, описание, что проводится конкурс или вообще, что это за канал. Открыть доступ к подписке на время розыгрыша хотя бы. И точно так же открытый доступ, чтобы был на вашей соцсети, куда вы закрепите эту ссылочку. Ставите лайк, конечно же, это плюс 30% к победе. Делитесь этим видео с вашими близкими. И, конечно же, конкурс вступит в силу, когда наберет 500 лайков. И я разыграю в прямом эфире на YouTube-канале, где мы выберем победителя этого геймпада. Всем пока!